Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и я очень благодарен Диме за то, что он сбросил свою запись по открытию новых мистических контейнеров. Мистические контейнеры изменились, и если вы видели эти мистические контейнеры, то вы знаете, что открывая данные мистики, вы параллельно с тем собираете себе талисманы на открытие мистического контейнера более высокого уровня. И если вы откроете 15 простых контейнеров, назовем их так, контейнеров первого уровня, то вы соберете себе один контейнер второго уровня, в котором мистический сертификат выпадает с вероятностью уже в 2 раза выше, а именно с вероятностью в 10%. Ну и если вы соберете 15 талисманов контейнеров третьего уровня, то, соответственно, вы сможете таким образом забрать себе мистический сертификат с вероятностью уже целых 15%. И для любителей мистиков это действительно круто, но вопрос заключается в том, а окупается ли, имеет ли смысл покупать мистические контейнеры. Друзья мои, спасибо вам большое за то, что вы сбросили несколько видео, я благодарен всем, но я решил выбрать то видео, которое будет действительно интересным, информативным и максимально привлекающим к себе внимание. Поэтому взял то видео, в котором было открыто максимальное количество контейнеров, а именно, ребят, было открыто целых 80 контов, 75 контейнеров первого уровня и было собрано, соответственно, талисманов на еще 5 контейнеров второго уровня. Что у Димы с этого получилось? Дим, еще раз огромное спасибо. Сейчас посмотрим, ну и в конце обязательно подбиваем калькуляцию. Thank you.
Итак, друзья, после просмотренного у меня, честно говоря, несмотря на то, что я не люблю открывать контейнеры, и я, наверное, вынужден еще раз повториться, я не пропагандирую открытие контов. Я всегда говорил, говорю и буду говорить. Лучше приобретайте себе танки непосредственно с аукционов, с магазина игры, но не пытайтесь достать кота из мешка для того, чтобы потом не расстраиваться. Я именно так и делаю. Мне на контейнеры не везет, но после просмотра этого, ребят, видео у меня прям совсем поджилки затряслись и захотелось. Хотелось слить всю свою золотую копилку, потому что окуп получился просто сумасшедший. Давайте будем считать. Суммарно было куплено 75 контейнеров по 25 штук. 10 тысяч за каждую пачку из 25 контейнеров. Итого получается, было потрачено 50 тысяч золота из копилки. Возвращено всякого рода частями было 5200. Таким образом получается, что суммарно реально было потрачено из копилки 24800. Что было получено за 24800? Была получена пиранья, которая стоит 17500 в голом состоянии. Был получен Т-22СР, который продавали в голом состоянии за 20000 голды. Был получен Type 64, которого можно было получить абсолютно бесплатно, ну а когда он был на продаже, то стоил, по-моему, 3000 золота, если я не ошибаюсь. Ну и я думаю, что это объективная цена для шестерки, хотя и не самой крутой. И в конце, из последнего мистического контейнера второго уровня, был получен мистический сертификат, из которого выпал AMX-31 прототип, которого продавали в голом состоянии за 10000 золота. Таким образом, суммарно было получено танков на 50500 золота. Это просто бешеный окуп. Окуп в 2 раза. Я когда это увидел, я обалдел, и именно поэтому вот этот видос мной и был выбран. Друзья мои, простите меня, те, кто открывали 9 контейнеров, кто открывал 13 контейнеров, согласитесь, гораздо круче, в первую очередь для канала, уж воспринимайте так, как есть, посмотреть видос с открытием целых 80 контов с бешеными результатами. Еще раз повторюсь, ни в коем случае не ведитесь на то, что все пишут по поводу того, что все все выпадает. Да, ребят, выпадает, это видео тому подтверждение, но не факт, что на месте того, кто открывает, будете именно вы. Поэтому я бы рекомендовал все-таки не играться с судьбой, а покупать товары непосредственно с магазина. Это было мое честное мнение, уж не обессудьте. Если вам нравится подобное видео, если вы за честность автора и за честность на канале, обязательно прямо сейчас подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки данному видео. Спасибо большое еще раз Димас, что прислал данный видос мне. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.